Приветствую всех на своем канале, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Это видео по проекту, который находится на предстарте Centers for Freedom. Значит, до старта осталось 1 день 6 часов. Пополнение уже открыто. Вчера где-то в 9 часов вечера по местному, по их времени, этого по московскому времени 9 часов вечера, я пополнила баланс на 2 доллара. Значит, одна позиция стоит 10 центов, а пополнение минимум 2 доллара. Но я все равно собиралась 1,5-2 доллара закидывать, так как 10 центов это ни о чем. Значит, как пополнять баланс? Нажимаете вкладочку «Депозит». Дальше «Депозит фондс». Хочу показать, как пополняет. Значит, копируете вот эту сумму. Вставляете. Так. Платежную систему выбираете «Payeer Perfect Bitcoin». Я пополняла с «Payeer». Вот минимум депозит 2 доллара. Так, нажимаете депозит, вас перебрасывает на страничку. И что мы все делать на оригинале желательно. Сейчас мы переведем на русский. Так, спасибо за размещение запроса на депозит. Просто сделайте оплату в размере. Вот 3 цента комиссию берут. И как бы, чтобы подтвердить ваш депозит, нажимаете опять на оригинал и нажимаете уже на синюю вкладочку. И вас перебрасывают на платежную систему Payeer и далее все по схеме, по накатанной, как положено. Так, ну вот это, в принципе, все, что я вам хотела сказать, показать. Старт завтра. Постараюсь купить позицию в режиме онлайн, если получится у меня по времени. Так как это, как я поняла, это поздно будет, если пополнение открыли где-то примерно около 9 вечера. Значит, что еще? Если видео я на утро все равно запишу, позицион. Скорее всего, вот здесь будете нажимать позицион. Пуршазы позицион. Так, здесь страничка недоступна пока. Так, но вот завтра она будет уже доступна. Пока еще никто ничего не покупает. Мы просто пополняем баланс, чтобы в последнюю минуту как бы, ну, быть наготове. Ну, в принципе, на этом все. Кому интересно, присоединяемся. Не интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!